Il était une fois. Дед хватается за репку, держит ее крепко. За деду бабка хватается, помочь изо всех сил старается. За бабушку держится внучка очень крепко своей ручкой. В свою очередь за внучку зубами тянет жучка. За жучку кот хватает, он тоже помогает. И мышка тянет за кота. И что ж случается тогда? Вместе схватившись цепко, тянут, подтянут и вытащили репку. Dieci scimmiette saltavano sul letto, una è caduta, la sua testa si è aperta. Mamma chiamò il medico ha detto, non ci vuole che le scimmie saltino sul letto.